Отопительная система детского сада «Ягодка» города Вулканеште требует полной реконструкции. Частичный ремонт котельной производился в 2003 году. За этот период устарели котлы и сама отопительная система. Для замены системы обогрева необходимо изыскать около миллиона лей. По словам заведующей детским садом «Ягодка» Людмилы Лямзиной, трубы необходимо очистить от накипи, а котлы постоянно отключаются. Хорошо, что была теплая зима. И поэтому мы перезимовали, хорошо. Но, конечно же, ждем реконструкции, потому что очень-очень-очень слабая система. В бюджете примарии города Вулканеште на 2022 год на содержание детских садов заложено более 23 миллиона лей. Из этой суммы часть денег пойдет на заработные платы, на услуги и на содержание инфраструктуры. Примар города Вулканеште Виктор Петриогла сообщил, что проблема с системой отопления есть в детских садах номер 3 и номер 7. У нас по третьему детскому саду уже есть и смета, которая составляет больше 200 тысяч лей, и мы ее предоставляли в городской совет. Значит, в ближайшее время я надеюсь, что это будет принято, и мы начнем реконструкцию системы отопления. Почему? Потому что мы не можем этим заниматься уже в сентябре месяце, так как в октябре уже надо запускать систему отопления. Для нас это очень важно, чтобы мы этим начали заниматься сейчас. Поэтому надеюсь, что и третий детский сад, и седьмой детский сад в этом году будет осуществлена реконструкция системы отопления. На сегодняшний день в детском саду «Ягодка» обучаются и воспитываются 175 детей. Марина Топал, Владислав Табачук, Артем Топал, ГРТ. Новости.